человека за туловище, хотите сделать бросок, то естественно вы будете падать вдвоем. Один сверху, один снизу. Это довольно травматично. Я вам предлагаю, ну вы сами думаете, все-таки постараться вытолкнуть соперника, вытеснить его. То есть руками тык-тык-тык-тык толкнуть. Тогда вы не будете падать. Раз. Два. Теперь насчет бросков. Смотрите. Он пошел на меня, я ему сделал бросок. Бросок будем считать или не будем? Или просто кто первый упал? Кто упал спиной, тот и проиграл. Или как? Без бросков. Считать броски не будем. То есть, да? Вот то, кто падает спиной первый, тот и проигрывает. То есть, если Чезар падает на живот, а Бутук падает на бок или на спину, значит Чезар выигрывает, да? Ну, смотрите. Готовы? Отжимаем. Так, стоп. Матер. Хотите я вас туда подпишу? Или пока сами? Пока сами. Пожалуйста, пожалуйста. Кто первый тогда, кто первый выйдет, тот и... Ну, вот решите, да, вот тут. А я посмотрю и скажу, правильно ли нет. Все, Чезар остается. Чезар, две победы, ты уходишь. Нет, Бог любит троицу. Три. Все. Ты отдыхаешь, а не между собой. Два. Коснулся. Гуряну показываешь. Япон. Стоп. Чезар. Значит, ты пока свободен, идешь ко мне. А кто будет? Они сами пока между собой. Значит, давай так, я тебе нагружу сначала, чтобы ты устал. Ну, ты с ними бодался, сейчас не чувствуешь. Это молодец, хорошо. Так, ты должен быть. Значит, о! Я не видел, не могу сказать. Я... Ты как сыр бы сразу, молодец. Вот, посмотрите, вот здесь. Был бросок. Но он прямо первый вышел, а потом сделал бросок. Как сделал? Вот в этом случае. Он выиграл. Он выиграл, да? Да. Хорошо. А, значит так, стоп. Вы... Боретесь до 21 очка, у вас 0-0. Вы боретесь до 21 очка, у вас 0-0. У вас 10 минут. Смотри. Есть чучело. Время пошло. Время пошло. Yeah.
Еще слух ведем. Вот, сейчас все по-другому. Видишь, уже тяжелее было. Хорошо, хорошо. Цезарь, молодец. Стоп, Мате, Мате, стоп, Мате. Давайте сделаем так. Вот смотрите, два человека борются. Все остается так. Два человека борются. И тот, кто проиграл, начинает первый. Даже если вы держите руки, первый начинает, по команде начинает того, кто проиграл. Если он проиграл, то поставили руки. Вот когда две руки, надо начинать. Вот там 3-4 минуты. Как же? И начинаем. Тогда будет уже и немножко. Не спеши падать. Да, можете считать. 1, 2, 3. Вперед. Да.
Счет какой у вас? 17-11. Кто ведет? Я. Ты? Не спеши, Влад, не спеши, отдохни. А тут ты сразу бросаешь свою ставку? Подумай, поэтому. Вы готовы? Да. Внимание. Начали. Раз, два, три, четыре. Вот и. 3-1. Еще раз. Мате, поправь вот этот мат сюда принеси.
еще больше сейчас. Да. Пусть не кишает. Что? Пусть не кишает. Так. Тебе мяса нет. Что там? Мясо. Скажи мне, мышцы? Мышцы. Так, пацаны. Еще раз. Меньше 500 не делаем.